Ключевая тема – это кооперация, наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а также и создать высокотехнологичные рабочие места. Я очень вас поддерживаю, вы молодцы, что вы ориентированы именно на высокие технологии. Это завтрашний день. Если бы вы просто ориентировались на сегодня, через год-два были бы в хвосте. А так вы замахнулись на очень серьезные проекты, и мы готовы участвовать в них, искать свое место в этих проектах. Знаю, что вы создаете производство отечественных автомобилей, там у нас есть предприятия, которые имеют опыт сотрудничества с Россией, допустим, по автокомпонентам, мы можем сотрудничать с вами. Притом, конечно, вы можете эти автокомпоненты, откровенно говоря, купить в любой стране, с любым бизнесменом договориться. Но мы вам гарантируем не только качество и цену, мы вам гарантируем серьезнейшую обязательность. У нас государство отвечает за подобные вещи. Я проезжаю даже в России, когда мы ведем переговоры, порой особенно в России с кем-то, мы ищем и просим, дайте нам партнеров порядочных. Потому что каждый там вроде бы отвечает сам за себя, и мы очень многое, сотни миллионов долларов потеряли из-за непорядочности отдельных бизнесменов в России. Вроде договорились, на слово поверили, ну как же, наши люди. Через год-полтора ни бизнесмена, ни фирмы, ничего нет, и деньги не вернули. Поэтому для нас очень важен вопрос обязательного партнера. С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственная структура имеет сильную власть, вы имеете очень сильное влияние на все секторы. Точно так у нас. Вы даже можете не сомневаться, если вы сотрудничаете с нашими компаниями и предприятиями, что они вас где-то там обведут, обманут. Этого быть не может. Это тоже очень важно в наше непростое время. Вы знаете наши возможности в области машиностроения. Это ведущая в Советском Союзе была республика по машиностроительной части. Химия, нефтехимия, вы тоже возможности знаете. Можем предложить свои услуги, если вы еще занимаетесь глубоко вопросами добычи нефти, переработки. Наша компания «Беларусьнефть» работает во многих частях мира. Можем попробовать и в Чечне поработать. По этим направлениям, возможно, будет востребована нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство. Очень взялись за сельское хозяйство. Это тоже правильно. Без сельского хозяйства нет деревни. Поэтому здесь мы также можем подключиться, если у вас будет интерес. И по селекции, и по животным, по растениям мы науку не свернули. Она у нас на достаточно высоком уровне. Для населения наше производство «Белкоммунмаша» – электромобили, пассажирские автобусы, троллейбусы, коммунальная техника. Пожалуйста, посмотрите, если вам нравится, пожалуйста, давайте попробуйте ее у себя. Мы и там можем ее создать совместное производство и с вами производить эту технику. Вот министры присутствуют без проблем. По почвообработке вам нужна будет техника, неплохая техника. У нас и в этом году очень серьезный рост промышленного производства. Мы почти на треть плюсуем к прошлому году по продажам, по производству. Значит, техника нужна. Посмотрите в комплексе на развитие деревни, села. Потому что Кавказ всегда славился уровнем развития села. Это своеобразное сельское у вас хозяйство и село, но тем не менее у вас это крепкие люди, и я уверен, на Кавказе село будет всегда существовать, будет жить. Может, что-то вы найдете и у нас полезное для своих крестьян. Словом, все, что мы можем, мы вам покажем. Ну и туризм. Туризм. Мы хотели бы, чтобы ваши граждане чаще бывали в Беларусь, чтобы они видели Беларусь. Поэтому милости просим в нашу республику. Мы для вас абсолютно открыты. Смотрите, изучайте. И недостатки, что-то нам подскажете, что-то мы вам подскажем. Но этот визит должен быть началом доброго сотрудничества с вашим регионом. Мы готовы через Чеченскую республику сотрудничать с соседними республиками.